В Сургуте состоялось заседание рабочей группы по развитию системы теплоснабжения. Конкретный интерес к отрасли проявила городская компания «Вектор». Она около года назад представила предложение по заключению договора концессии. На депутатских слушаниях проект отправили на доработку. После было объявлено о создании специальной рабочей группы. На последнем совещании решили обсуждать идею заключения государственно-частного партнерства на базе общественной палаты. Суть реконструкции теплосетей в Сургуте в том, чтобы построить еще один тепловой вывод с ГРЭС-2. Это позволит обеспечить ресурсами будущие объекты капитального строительства. Но возможно ли это в принципе будет сделать за счет бюджетных средств и финансов городских тепловых сетей, пока точно не ясно. Поэтому концессионное соглашение, по которому расходы возьмет на себя частник, вызывает споры. Неоднозначной выглядит и финансовая модель, которая предусматривает сверхнормативный рост тарифов на тепло в первый год-два.